Здравствуйте, дорогие зрители и гости моего канала, меня зовут Юра, и мы продолжаем играть This War of Mine, The Last Broadcast, или же Последний Эфир. И в прошлой серии мы познакомились с семьей Эзмы и Малика, которые ведут вещание из своего дома, попавшего под бомбардировку. Эзма ходит, добывает ресурсы и новости, а Малик сидит дома, отдыхает и вещает. Самые новости. Давайте, наверное, сходим на заправку. Ресурсы нам нужны. Ну, в доме с привидениями нам особо больше там вернемся еще, когда уже будет. Что нам там надо? Пилка. Немного материалов. Так, вот здесь запчасти. Много запчастей. Там запчасти надо, не надо. Так, сколько тут? Немного материалов. Там совсем уже немного всего осталось, потом в парк уже в последнюю очередь пойдем. Там, скорее всего, не будет уже снайпера. Давайте сходим на заправку. Возьмем опять же лопату. И идем добывать. Похоже, весь бензин отсюда слили, потому что поэтому она не взорвалась под артобстрелами. Возможно. Ну, я дрова все оттуда уже повытягивал, поэтому как-то не особо важно. Нам идти в другие места. Так, пустой магазин от армейской штурмовой винтовки. Должно быть, создал ты где-то поблизости. Значит, надо начеку. Здесь кто-то может быть. Тихо. Что-то посмотреть надо. Не туда кликнул. Так, вот это вот может быть и не крыса вовсе. Тут дверь заколочена. Давай осторожно, Эзма. Это С-21. С-21 меня слышно, отбой. Мой грузовик сломался, я застрял с припасами на заправке. Прошу подмогу, отбой. Угу. Ты вообще кто такой? Грузовик с припасами, нужно выяснить, где он. Так, ну, это чувак, да... Блин, говорит, батарейка сдохла. Нужно найти новую, или я долго не проживу. А мы-то больше никуда и пройти здесь не можем, да? Ресурсов никаких нету, так? И все. Вот так вот сходил. За припасами. Ну, хотя бы информацию получил. То есть Эзма здесь уже больше вообще ничего не может получить. Печально. Если я здесь выйду, пройду, то он меня, конечно же, рас... А, не, он исчез. Он куда-то ушел. Куда он ушел? Какие-то военные бумаги, похожи на накладную. Большая часть припасов предназначена для военной базы. Но есть и странная строка. Доставка еды и детских товаров для какого-то пончика. Эти бумаги похожи на накладные на груз из грузовика, о котором говорил солдат. Хорошо, ладно, покопайся пока. О-о-о. Ладно, хорошо. Так, ну он, похоже, он вылез вот сюда, именно наверх. Так, ну я могу здесь спрыгнуть, да? Ой, ёб твою мать. Давай, Эзма. Я думал, он, короче, меня завалит. Это было опасно.
А я думал, он где-то сверху там. Но сюда можно еще сходить. Определенно. Короче, там ходит, его можно лопатой прибить. В принципе. В подвале заправки, говорит, много топлива. Шо. Очень голодна. Так, во-первых, иди поешь. Так, пока она будет, иди ты поешь. Эзма, пока давай беги сюда. Кирку, кстати, она же сделала. Так, стопы, давай-ка иди сначала порубай вот это дело. Там уже чувак пойдет, там поразгребает. Блин, надо поспать, говорит. Ну ладно, иди спи. Иди поешь сначала. Это дело недолгое. Поговорить бы с ним. Франко, торговец, заходил к нам, чтобы сказать спасибо. Раньше он ходил через парк каждый вечер. Твоя передача, возможно, спасла ему жизнь. Он очень благодарен. Видишь, мы защищаем людей. Того стоит, несмотря ни на что. Хорошо, давай спать. А, Малик, гоу. Что-нибудь повещать, поверещать о печали. Ну ничего, сейчас развеселиться. Того, что людям помогает. Ну чего она печален? Он должен был к нашему сказала, что все в порядке, что людям помогаем. Давай. В подвале на заправке большой запас топлива для печек. Мы этому пока не будем. Так, ожидать повышения цен на кофе. Уже наметился дефицит. Давай. Давай, это тоже пускай люди туда сходят. А, они туда сходят, того чувака уберут, и мы все остальные ресурсы подгребем. Нормально, я считаю. Ну, жалко. Так, сейчас мы тогда запускаем Эзму здесь ковырять. Малик здесь пойдет ковырять. Эзма тогда спустится и пойдет. Ну, в смысле, вот этот можно разгрести завал. То есть на день у нас делов хватает. Даже больше, чем на день. Сейчас надо будет определиться, куда сходить. Я думаю, я бы сходил еще раз на заправку. В любом случае, это полезно. Возможно, надо что-то сделать. Так, еще какая-то. Ага, то есть вот сейчас посмотрим, как повлияло. У нас есть новости, говорит. Сейчас посмотрим новые сигналы. Я смогу. Да, получено. Спасибо, что определили нас со снайпера в парке. Вы бы лучше не думать, что могло случиться, если бы не вы. Ну ладно, я думал, это что-то другое будет. Малик, давай пока иди сюда. Изнывают без сигареты, там сигареты где-то валяются. Тут гроу-боксы, собственно, можно повыращивать. Обойдутся. Ух ты, нифига себе, сколько как это долго происходит у нее. Такое ощущение, что она будет колупать это действительно до конца дня. Интересно, о ком он говорит, когда типа он упрямый, как осел, а не оба. Он говорит, так тяжело. А устала? А-а-а, офигеть. Что у нас там с киркой? Надеюсь, она, ну, вроде в порядке. То есть она не заканчивается, наверное, да? Ладно. Хорошо. Троху ресурсов есть. Значит, она спит, отдыхает. Может быть, она еще успеет отдохнуть. То есть я не буду пока завершать день. Может, я еще там поколупаюсь в этой... в куче. Но там реально. Малик, давай, помогай. О! Отлично.
А то нога. Он занялся делом. Заодно и согреется. Я считаю, это правильно. Все равно до конца дня, скорее всего, не разгребет. Во-первых, он сейчас начнет говорить, что он устал, опять же. Ну, мы... Тогда Эзму направим, пускай поковыряет. Потому что ресурсы нужны. У нас тут, кроме ресурсов, так... Эзму сильно говорит, женщина, мы справимся. Он устал. Отдохни. Так, Эзма пока еще не отдохнула. Ну вот наполовину. Ага, так, давай. Перерывать еще часик поработать можно. Другой. Ну там пока дойдет, уже день закончится, смотри. По-любому. Ну вот она как раз, в принципе, дорубает. Да вот это вот. Ладно, уставшей мы ее отправлять не будем. Все, хватит рубать. Отдыхай. Все, завершаем день. Ну, так иди, можешь еще поспать немного. Нет времени бездельничать. Ну, все, завершаем день, значит. И идем на заправку. Думаю, говорит, должно быть что-то достойное эфира. Окей. Кирку возьмем. Лопата там, по-моему, не нужна. Сейчас, короче, завалимся туда. А, киркой я не смогу его бить. Нужно только лопатой. Ну ладно. Сейчас внизу. Вон там он ходит и охраняет. Понятно. Ну, а мы пока наверх. В принципе, я могу сюда выйти, там еще пока поколупаться. Может, я зря сюда, конечно, пошел сейчас, но... Ничего страшного. Так, ну это ж я уже все читал. Что-то отсюда вынести. Здесь вроде можно поколупаться. Там ходит солдат. Аж дофига материалов просто завалить. У нас дверь открыта. Мы можем в стелс-режиме, пока он там гуляет. Каким-то образом добраться. Он там ушел. Вот. Ну, давай сюда. Быстро. Да, блин. Части ему там нужны. Что тут пусто? Пойдем глянем, что там внизу. Можем здесь еще поколупаться. Хорошо. Надеюсь, спускаться не могу. Так, хорошо, берем. Что же нам взять?
по-любому берем. Воды по-любому берем. Сломанная игрушка. Пригодится, наверное. Что нам выкинуть? Сахар у нас есть. А, ну я сахар могу набрать. Все. Хорошо. Ох ты, ё-моё. Материалов здесь, конечно, валом. Это хорошо. Все, больше ничего мы взять не можем. Ну, здесь сюда еще наведываться нужно несколько раз. На земле валяется письмо. Дорогой брат, я сделал запас топлива на зиму. Похоже, оно мне понадобится. А, мне не понадобится. Тебе, надеюсь, пригодится. Передай Амелии. Дядя любит. Прощай. Будь у меня инструменты, можно было бы взломать замок. Так, хорошо. Отмычка нужна. Все. Уходим. Ну, здесь мы, я уже думал, что фиговенько зайдем. А зашли так очень даже неплохо. Еды надо будет приготовить немного хотя бы. Дрова вроде я купил. Затишье, никаких новостей. Давай. Бежим спать. Чувак, иди пока готовить. Желудок-то урчит, но желудок да урчится, когда будешь очень голоден, тогда и разберешься. Ага. Выгоднее, конечно, делать сразу по два, потому что дров меньше тратится. Ничего не поделаешь, давай. Придется, видимо, доски на дрова тратить. Что ты прогуливаешься? Беги давай. Так, ну он одну приготовил. Да, лежать, лежать. Только одну приготовил, вторую потом сами будут готовить. Поэтому... пока копай. Как раз все будет, она поднимется и выкопает. Холодно, но вроде держится. Раньше нужно было эту буржуйку делать там, при плюс 12. Тут они так нормально более-менее. Ну, вот, когда сейчас накопается, пойдем тогда новости слушать. Давай, вперед. Может, и докопает до конца, кто же знает. Устанет. Пляжет, поспит. Ничего страшного. Сужезм, посмотрим. Понаблюдаем пока за работой. Нет, ничего нет лучше, чем наблюдать за работающим человеком. Интересно, он все-таки спуститься сможет или нет по этой лестнице? Но он не может спускаться, потому что они поломаны. А по той, наверное, скорее всего, сможет. Так, Эзма, давай. На подмогу. Слишком, говорит, устал для этого дерьма, да? Все. Спатеньки. Собрать новости вечером, говорит, попробую. Ну, конечно, попробуешь. Давай полутаем. Наконец-то у нас здесь, говорит, доступ в огород. Кофа. Так, что мы тут можем выращивать? Добрение. Вот, спасибо. Травы. Ну-то, в принципе, нам ничего не надо. Выращивать овощи, но у нас нету. Ой, очень много всякого надо, чтобы выращивать овощи. Особенно материалов.
с огорода толку ноль. Ну, лекарства хорошо хоть не покупал. И то неплохо. Давай, наверное, иди покопай пока. Потом отдохнешь. Чувак здесь полазит. Надеюсь, он уже к тому времени тоже уже сам отдохнет. Долго же это происходит. Сейчас даже, в принципе, не знаю, куда идти. Можно сходить, конечно, к снайперу. Посмотреть. Но, может быть, уже не стреляет. Так, давай, спи тогда. Правда, Малик там еще спит. Не, уже встал. Спит поспать. По-прежнему говорит ничего. Жди, как ничего, если ты не послушал еще пока. Вот это новости, говорит. Ну, что-то пришло, значит. Интересно. Может быть, так, нам нужна будет отмычка, может быть. Вот это новости, ничего нового. Ноль зеро, пустота. Дров нету. Я бы печку, конечно, соорудил, но дров вообще по нолям. Доступна новая передача. Давай тогда до конца дня еще пойди. Покопай. Подожди, подожди, почему ты устала? Иди спать. Что-то поднялось. А, это я ее отправил сюда, вот. Так. Похоже, что стычки между военными и сепаратистами участятся в самое ближайшее время. Ну что? Все, так. Я не знаю, в парк идти, какой смысл. Пойдем, наверное, дособираем в дом с привидениями. Хотя там отмычка, конечно, пригодилась бы. Да, наверное, долутаю дом. Больше ничего не остается. Эзма уставшая. Интересно, пойдет она уставшая или нет? Да, пойдет. Значит, отдохнула. Хорошо. Там чувак все еще ходит. Ну, давай. Пойдем. Кофа там вроде был. Возьмем, торганем тогда с торгашом на что-нибудь. На дровишки, например. Здесь-то уже безопасно, здесь никого нет. В принципе, не то чтобы уже здесь и было безопасно. Так, сюда она идти не хочет. Это я, конечно, зря, да? Ну куда-то идти-то надо было, а нам так особо-то пока и некуда. По логике вещей. Поэтому я пока здесь похожу. Пособираю. Вроде есть что. Ну это у нас уже залутанное практически, то есть...
Больше нам уже особо смысла сюда, только если с отмычкой приходить. С отмычкой и с пилой. О. Удобрение, наверное. Так, что тут у нас? Самокрутка. Ну, давай, кури. Это возьмем. И сахар побольше. Остальное уже потом заберем. Хотя я думаю, что пустые гильзы это будет похуже, чем именно патрон сам по себе. И все. К выходу. Но здесь что-то еще хорошее лежит. Тогда нам надо пилу сделать будет. Но это потом уже. Пилу и отмычку. И с ними уже сюда метнуться. Даже не знаю, в следующий раз, видимо, придется идти лопатой того чувака долбать. Потому что, ну, что там еще остается? Наверное, голодна. Да, конечно. Сам по себе чувак, иди поешь. Слегка болит, да чтоб тебе. Эзра. Пока что иди поспи, наверное, пока он будет готовить. Потом поешь. Чувака надо подлечить. Давай, делай. Вещи. Нужно 4. Ну нет, я сделаю. Так, сколько нам нужно? Одну. Блин, делаем дрова. Ну, я думаю, что топорик я сделаю и... Пока пойдем послушаем. Но новостей-то никаких нету, что вот это вот моргает. Давай послушаем сначала. То, может быть, подлечим его таблетками. Что, холодно? Вот все дела. Так, пришел торгаш. Ну ладно, надо идти. Иначе никак. Что-нибудь выторгаем. Да иду, иду. На улице опасно, говорит. Давай заключим сделку. Что он нам предлагает? Отмычку, еду. О, давай вот это мне. Дрова. Еду. Я тебе за это дам. Мишку я не отдам пока, наверное. Я тебе... Кофу бери. Да собака, ну. На, бери. О, все, отлично, договорились. Мычку дашь? Даст. Че, может быть, водички дашь? Да не, он ничего не даст уже. Может, деревяшка есть какая? Не. Ладно, все, договорились. Давай, до свидания. И побежала, значит, так поесть надо и поспать. Быстро поесть. И быстро спать. Тихо, сначала есть.
Полдня уже прошло. Еще ничего не сделано. Как это часто и бывает. Транслировать-то. А, мы можем повстанцы ввиду даже стоя. То ж я передачу-то мог сделать. Балды армейские крысы. Давай, иди попробуй прогуляться там. По лесенке, может, он здесь и спустится. Здесь вот поколупается. Пока Эзра будет здесь вот. Вот это вот. А, ну только по этому этажу может, да? Ай. По лестницам мы не ходим. Вообще никак. Ладно. Эзма. Давай-ка попробуем его полечить, наверное, каким-то образом. А, вот тебе таблеточки. Иди поспи, наверное. Эзма пойдет поколупает до конца дня. Там еще лутнуть есть что. Ну что, этой ночью идем на дело. Больше ничего не остается. Монтировку пойти сделать. Не, этой ночью давайте сходим, наверное. Так, все, тихо, хватит. Все равно за один раз не сделает. Пойдем попробуем сделать монтировку. Все-таки. Сейчас сделает. Берем монтировку и идем на чувака нападать. Угу. С лопатой оно как-то не очень, а так вот как этот... Как Фриман. Навалимся на него. Все, завершаем день. Но это будет опасно, конечно. Идем на заправку. Хотя у нас тут немного лекарств, немного запчастей. Еще нам за оружием туда идти. Смысла особого нет. Пойдемте в парк. Посмотрим, там стреляют или нет. Берем монтировку. Может, уже и не стреляют, потому что бывает такое. Типа нету смысла, потому что люди уже не ходят. Снайперы обезоружили, да и все дела. Кто это там? Бежит. Ну, вроде не стреляют уже. Нормально. Крадетесь. Ну да. Что значит сукин сын?
А, типа поубивал людей. Вон, кстати, отсылочка. Если кто понял, чертово колесо. Дерьмо, говорит. Хоть что-то да понагребем. В любом случае. Хоть немного. За кофе я, конечно, вовремя сходил. Я думаю, там уже выход будет. Здесь у нас пока есть и поковыря... Монтировку-то я не зря взял. Оу! Тропа! Вот это я классно сюда попал. Я не знаю, как туда попасть, как она попадет, наверное, через вот это вот. Ага. Давай. Взял лекарства, блин, все вот это вот надо. Ладно. Посмотрим, что здесь. Тогда еще одну ходочку можно будет сюда сделать. Потому что здесь немножко еще есть что взять. Уже без монтировки. Ох ты, ёшкин кот. Все равно пойду сюда, значит, самое ценное берем. Вот это нам пригодится. Водички немного берем. Ага. Оружие бахнем. Вот этого у нас вроде хватает. Поэтому мы возьмем. Это по цене вроде как ничего так. Одобрение все. Вот это вот. Короче. Я знаю, куда мы еще пойдем в следующий раз. Здесь осталось долутать все вот это вот. Здесь никого. Там вроде никого. Все, идем на выход. Это радует. Хорошо очень пришел. Хоть и без новостей, но... Вот это... Там немного, немного, главное, уже запчастей осталось. Ага, там материалов. Ну, вообще валом. Можно будет уже даже построить что-нибудь. Сегодня день без новостей. Да, принесла кое-что интересное. Ну, идем спать. Ну, это, я думаю, уже в следующей серии. Спасибо, ребят, что смотрели. Надеюсь, понравилось. С вами был Юра. Всем самого наилучшего. Пока-пока.